я смотрю в таблетку, я просто потерял сигнал. Я не дорассказал о том, что мы тут делаем. Огромный дом, мы его разобрали и теперь собираем обратно. Здесь под ногами у нас сухая стяжка, под ним подогрев пола. Конечно, я не могу показать на камере, как он греет. Греет очень хорошо. Здесь его не было. Здесь стояли маленькие батареи, чуть-чуть совсем. И, в принципе, я не знаю, как он работал раньше, но сейчас он работает очень хорошо. Вон там на полу лежат мрамор. Вот такими большими плитами будет уложено не только это помещение, и коридор, и, в принципе, весь этот этаж, исключая, ну, формально говоря, так, половину этого этажа, исключая комнаты, где есть паркет, естественно. Вот, это кухня, это коридор, там еще есть ванная комната, еще одна рабочая кухня. Это кухня декоративная, а там рабочая. Там у нас комната для обедов. Обеденная там, это маленькая комната, я неправильно сказал, это для завтраков. Комната для завтраков, а там комната для обедов. В смысле, обеденная. Ну, это торжественная вещь, так как это много людей. А на обычный день, в принципе, все здесь. И, значит, мы сделали новый лайт, освещение здесь. Много чего будет переделано. Здесь было закрытое помещение с двумя проемами, без дверей. Их убрали. Там я потом расскажу, что там сделано было. Все это еще будет переделываться, доделываться. Ну вот основное, что я хотел сказать навскидку, чем мы тут занимаемся. То есть весь этот бардак, it's okay. Вот. Ну и в принципе сейчас я хочу перейти к части, для чего это снимаю все. Для того, чтобы было понятно. Ну, может быть, кому-то будет интересно. Пока поставлю на паузу.